И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Заварной Кофе, ОЛТВ, Плеймарк, Робби и Тучка, Лисик, фуфло какое-то, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет. Мы скачали гигантский пак мемов и будем выживать на больших постройках. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Давайте поставим Балди, психа. Давай. Ого, вы видели, что он делает? А что, лифт рабочий, пацаны? Да. Ой, я передумал, пацаны, мне этот лифт уже не нравится, кстати. Не хотят. Можно сесть, я буду сидеть. Блин, класс. Кстати, можно на Alt-E на уголок сесть, Серега, давай. Уфлик, опускай лифт. Давай, Сережечка, есть. Ух ты, Серега, ты живой? Нет, Серега, ну Серега. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят. Каждый день залетайте в наш Инстаграм и Дискорд. В Инстаграме можно видеть, как я живу. А чё, мы так и будем вверх ногами сидеть? Ой, там Балди прыгает, как дурачок. Да, дурачок. Блин, это стрёмно, я вверх ногами сижу. Ой, надо. Блин, это же кто-то лифт понажимал, есть кто-то там живой? Ой. Ух ты, мы живые. Мы живые, пацаны, мы катаемся. Дима, давай кнопку нажму. Я катаюсь на лифте, ребята, это же круто, смотрите. Ха-ха-ха, классяк. Вообще он работает? Да, он работает. Дима, ты вверх едешь или вниз? Вверх. Вверх. Опусти его, все. Ого, сколько внизу уже поломанных предметов всяких. Сейчас, Дима, я кнопку нажму, ты вниз поедешь. Давайте еще поставим Балди. Блин, я себе его ногу... А что, я был последний выживший, пацаны? Нет, нет. Плеймарк. Плеймарк еще живой? Умер последний. Уже нет. А, ну все, ты красавчик. Это дача Сереги. А ну, давай. Серега, смотри, какая у тебя дача, пойдет? Нормально. Мне нравится. У меня не деревянная, у меня картонная. Ну, блин, она будет разрушаться, как картонная. Пойдет так? Да. Да. Так, ну что, Серегину дачу будем разрушать бешеной собакой Доги. Ой. Ну, она добрая на лице. Ой. Ага, добрая. Ой. Серега, ты же говорил. Ну да, она картонная. Все сходится. И Серега умер. А кто остался живой? Плеймарк. Ой-ой-ой. Так, посмотрим, кто из них останется живой. Ну. Ой. Последний. Фуфло, ты молодец наполовину. Серега, смотри, на чем мы сейчас будем выживать. Ты даже никогда не угадаешь. Как ты думаешь, на чем? В унитазе. На пулемете. Ой, я кстати помню это. Прикольно? Почти угадал. Почти угадал. Да, туалет и пулемет. Ну, кстати, да, я вообще тоже не различил бы. Блин, настроение классно. Так, давайте какого-то такого более пассивного возьмем. У нас есть... Напишите, с какого это мультика. О, я понял. Серега, ну тебе похоже, ты его озвучивал. Ого, он кричит. Я живой. Ух ты. Ну, Серега слился. Так, посмотрим, и Тучка у нас, или Заварной Кофе. Ура, я выжил! И Тучка, ты молодец! Ну, прощай. Ух ты. А мне все равно как-то. Он как Марио прыгает. Ладно. Серега, ты прикольно озвучиваешь. Не, ну похоже, похоже. Так, сейчас у нас будет дом Лисика. Готова свой дом увидеть? Ух ты, ну-ка покажите. Очень крутой, смотри. Ничего себе. Где мой мусор? Я уж думал, мусорка. Блин, надо было мусорку поставить, точно. Ну у тебя так, как знаешь, небогато все сделано здесь. Тут ящики с помидорами на чердаке. Да? Да, иди посмотри. Капуста. Тут капуста. Серега, а что ты смотришь тут? На ящики. Я буду на крыше. У нас есть Фредди. О, Хараля, читу Фредди Фазбер. Так. Ё-моё. Крыша, ё-моё, я так еще сосредоточился, чтобы не проиграть. Нет! Ай-яй-яй. Молодец. А где Серега? Серега умер? Я умер. Так. У нас Заварной Кофе победил? На Лаке. Это Лаки, это, блин, ну зачем? А он тоже медведь, поэтому выйти. На. Это тиммейты, они умер. Хорошо, теперь мы поставим... Дом и Тучки. Тучка, ты готов свой увидеть дом? О, давай, только не руины. А ну давай. А мы все влезем в этот дом или нет? Не знаю. Тебе нравится, да, этот дом?
Наверное, нравится. Так, давайте вообще какого-то рахита поставим, ну, соответствие твоего дома. О, Серега, смотри, кого я поставлю, тебе понравится. О, доктор Липс. Так, ну, я соскальзываю. Мы падаем. А, Я живу. Серега. Серега, ты был последний выживший. Это у нас будет дом Old TV. О, давай. О, ничего себе. Прикольно у тебя хата? Это что, Old TV, у тебя хата хомяка, что ли? Да. Это точно. Хата котов, наверное, да? Я знаю. Или нет? Эти мемы быстро ломают постройки. Так они психи, Дим. О, Спанч Боб, погнал. Спанги Бобы. Ой, он плачет. Ну, потому что он хочет нас убить всех. У меня есть звуки, он тогда, во. А, это не тот. Так, Серега сидит. Ну, меня словил. Здесь сидя, да? А я внизу слышу, какой-то хвост творится. Жесточайший. Это стульчики. Как я не улетел. Ха-ха-ха, чувак, прощай. Ха-ха-ха, так я улетел вниз на доске. Ой, еще один. Пацаны, мы следующие, вы понимаете? Мой дом. Надо быть постоянно в движении, чтобы не умереть. Это не Спанки Боб, это Спанч. Это губка, короче. Еще ставлю одного, пацаны, два. Три. Давай, раза быстрее. Улица. Да, да, давай. На. Ух ты. Лисик упала. Ну. Так, давай. Ух ты, Серега. Я живой. А, нет, я умер. Серега. Ну, Серега, он тебя прям поцеловял? Да. Я думал, мы с Утучкой вдвоем еще плеймарк, товар на кофе. Но, я последний был? Не, плеймарк. А я еще живой, кстати, был. А, ты живой еще был? Да. Значит, ты победил. Серега, я теперь ставлю твою основную хату. Какой готовы? Картонная хата, давай. Усадьба. Ничего себе. Пойдет? Я просто в Майнкрафт переиграл. Там даже твой трон, кстати, есть. Иди посмотри. О, я умер. Так, то давайте будем ставить. Серега, твой дом должен, знаешь, кто разрушить? Кто? Скибиди туалет. Ничего, что такое большой? Гигантский скибиди туалет. Бежим. Ого, дрожит все, смотрите, что творится. А, я помню эту постройку. Да. Тут эти предметы не имеют гравитации, но все будет все по всей карте летать. Ребята, это очень круто. Вон Серега стоит, молодец. Он тебе идет, Серега. Выжил. Серега, прощай. Не, Серега выжил. Я прям чувствую, как Серега побеждает. Давай, не сливайся, пожалуйста. Я упала, но я живу. Давай, Серега. Да хватит. Где он? Ой, он здесь, он в этом, во дворце. Ого, же сколько предметов летает. Что-то он слабо, да, разрушает, пацаны? Или ну, нормально? Ну, я не знаю. Может, второго поставишь, Дим? С удовольствием. Я думал, когда же ты уже скажешь, чтобы я второго поставил? Он ждал этого момента. С другой стороны! Я живой. О, лисик слилась. Прихана. Блин, Серега. Ну, Серега, ну твой дом тебя не спас. Ну, я держался как мог. Ну, конечно же, мы все залезли в одно место. Ну, конечно, мы умные люди. Ой, там еще идут. Толпа. Это атака. Ух ты. Ай, нет, блин. Вот и все. Я живой? Я выиграл? Нет, еще. Давно кофе еще. Серега, вот твой бизнес, когда ты вырастешь. Фигасит, что это такое? Это заводик небольшой, нефтяной. Ничего себе. Заходите, Серега, покажи свой бизнес. Что за бизнес? А, это другая бизнес. Блин, хоть поубирать. Тут мои ворота, тут вот главный офис. Здесь будем встречать работников. Чисто завод по производству. Хлебобулочный завод. Нифига себе. Имени Сергея Пахома. Короче, и тут Шрек на тебя обиделся, и Шрек идет за хлебом. За этим. Ладно. Ой, он обсирает. Серега, ему не нравится твой хлеб, невкусный хлеб спек. Он обсирает его, вы слышите? Да. Ой, лисик улетело сразу. А! Он его разрушил за 5 секунд. Это больно. Я последний? Блин, Не, вы еще... Серега, твой завод. Блин. А он нас держит.
А мы, Фурик, мы держимся, мы живые, это считается? Ого! Это что было? Серёга! Ого, Серёга! Да как это нормально? Ты на ракете какой-то в воду. Я последний. Блин, ну классно получилось. Они меня только... Да я знаю, это ракета. У тебя твой завод ракеты изготавливал, мы ж не знали. Илона Маска. Серёга, ты победил, получается? Вот дом для моих подписчиков. О, ну, такое, конечно, простенькое. Тут, короче, PewDiePie идет и хотел подписчиков моих избить. Фу, какой он доброжелатель. Ах, я сразу первый в голову получил! Надо на крышу идти. Блин, это жесть, ему не понравился дом. Ого, он орёт. Я свалился, я бегу. Беги, 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 лисик, он тебя сожрет. Не надо так, не надо. Ах ты за мной, не надо за мной. Вот за Серегой. Ну-ка, пацаны, прощайте. Прыжок. Нет, мне... Близко, возле ног Сереги прям прилетел. Пятки лизнул. Прыжок. Но... Еще, еще, он прям два раза может прыгать? Нет. Ой, ты, прощайте. Моя шляпка везучая просто. Учитель. Ух ты. Ты не сидишь вообще. Так, за Серегой, до Сереги. На! Да как ты перепрыгнул, успел, просто молодекс! Засейвил, хорош. Дима, так, не в воздухе сидел. Я знаю, это нормально. Мы на пропе. Беги, лисик. Так, надо еще... О, Абунга, идут Абунга, кентафурик пришел. Алло, нас Фурлик скинул. Серега! Я живой. А ты живой? Я живой еще. Беги, беги! Я еще живой. Ани! Так, кто остался на последней на постройке? Я живой, я живой еще, Дима. Я еще. Я сижу тут, видишь? А ты где? Вижу, да, вижу. А, вот. Ой-ой-ой. Ну все. ОлТВ, ты победитель, ты понимаешь? Он никуда запрыгнул. А ну-ка, пусть они тебя сожрут. Да. А говорил, сальтухи делать не умею. Смотрите, какая у нас есть крепость. Бля. Полянка. На пиццерию, кстати, похоже, маленько. Да? Поляну накрыли. А что тут внутри вообще? О, как с Майнкрафта тут построено все. Это какой-то худой круассан. Нет? Не кажется? Ой, сейчас поставлю очень далеко NPC. О, знаете, у нас еще кого не было? Урпулгай! Танцующий псих идет! Ура! Он еще так прикольно танцует. Серега, ты готов выиграть? Да. А, нет, 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 та псих! Я живой. Я живой тоже. Ну еще такие звуки издаются стрёмные. Я еще живой, ребят. Так, так, смотрим, кто еще тут на здании есть, кто в здании. Я сдох. Дима, смотри, он толкает меня. Он за УТБ погнался. Ага, давай мы еще одного поставим. А что, в здании больше никого нету? Да все. Дима, вон, за УТБ он гонится, он толкает проб чисто. А что это так? А ну давай посмотрим, что он вообще там делает. Ну все, прощай, 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 смотрите. Мяу. Сигма. Сейчас я последний или кто? Ну да. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Серега сам себе бомбу по башке дал. Я видел.